Здравствуйте. Мы начинаем после матча пресс-конференцию с участием главных тренеров команд. Олег Валерьевич Наров, Хотин Купска, Игорь Валерьевич Никитин, Хотин Купцевска. Олег Валерьевич, ваши комментарии по матчу. Ну, еще раз повторюсь, тяжелая игра, хороший соперник. Наверное, нам повезло, забили, наверное. Естественно, стоит задуматься о игре в большинстве. А так, готовимся к следующей игре, спасибо. Спасибо. Начали очень плохо, моя вина. Потом перестроились, но уже было поздно, и очень хорошей команды это недостаточно. Готовимся к следующей игре. Спасибо. Коллеги, ваши вопросы, не знаю, представляться. Пожалуйста. Игорь Иванович, пожалуйста. Похоже проявление Шумакова и Шумунова в четвертой встрече. И насколько было интересно? Я не готов на эти вопросы сейчас отвечать. Потому что все возможно, но какую-то воду лить я не хочу. Спасибо, следующий вопрос. Игорь Ильич, вы сказали, что ваша ошибка была. Она была в том, что начали попытались играть в ЦСКА первым номером или в чем-то другом? Нет, там настроили команду на игру. А третий период, когда все-таки было еще достаточно времени, чтобы что-то исправить, но ЦСКА как-то не позволял? Ну так мы против кого играем? Мы же не против пионеров играем. Сами ответили на этот вопрос, что ЦСКА не позволял. Следующий вопрос, товарищ. Если нет больше вопросов, спасибо большое за предприятие. Павел. Да, чемпионат Томпана, Павел Игоревич, вам по Кольчуку вопрос. Вот не пугает вас не очень такая результативность в Ирии? Может быть, больше голов от него ждет? Он выполняет свою работу. А голы придут. Спасибо большое за предприятие.